Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхикам Чаранодаям Гопиджану Самаюктам Бинда Банам Манохар Ванча Калпатаруваша Кипасинда Бевача Патитананг павуне бхавишнавибхьо наму намаха Мукан кароти вачаланг пангунг ланг хайтагирим Джатки патамаханг банди парамаанандамадвам Бендави тусиде байпиявай кешавасача Снабхакти паде деви саттаваттвай наму намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нартамам Девинг Сарасватинг Весам Татуджайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеш Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас падам сива виринчинутам сараньям Витаттихам панатопал бхавадипутам Банде махапурусате чарана арвиндам Ятпада паллава накачандам ничатая Висфуриджитакимапигабабадусу адарш Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадам кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджану ламбита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камалай такшау Вишам бару дижа бару югадхар мупалу Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану рупен сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Барану сипурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир Яшача Вакшаши Джасьясти Хиде Самбид Там Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хиддате хидая ганти чидданте сарва санкшая кьянте ча асса кармани дриштане ватманишпаре Хиддате хидая ганти чидданте сарва санкшая кьянте ча асса кармани дриштане ватманишпаре
Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, when our eyes don't want to see anything, when our eyes don't like to see anything, Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что когда наши глаза уже не хотят видеть ничего материального, наши уши не хотят слушать ничего материального, когда наш язык не хочет принимать какие-то материальные вещи, когда наш голос не хочет говорить никаких материальных звуков, материальных вещей, только хочет повторять святые имена Бхагавана, то тогда и только тогда мы можем обрести надежду совершать Харибаджан под руководством чистых Гуру Вайшнавов, тогда это будет возможно не до того. Гаудия Гоштипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что те, кто саду, они могут видеть последствия всего. Они могут видеть будущее, то, что случится в дальнейшем, то, что было, то, что причина и следствие. Сейчас это очень... Кто-то привлекается чем-то, хочет наслаждаться. Даже Гуру Вайшнава, если есть, которые помогают нам, но люди из-за склонности к наслаждению оставляют их и идут к своим материальным наслаждениям. Но Шрила Прабхупада говорит, что те, кто хотят стать саду, они должны пытаться понять, они должны чувствовать последствия, дурные последствия наслаждений. И вот наше здание, эти здания, люди, родственники, жены, мужья, что в будущем с ними случится? Можем ли мы обрести вечное благо или нет? Это главный вопрос. Если нет вечного наслаждения, вечной радости, какие-то временные вещи на пару дней, то что случится дальше? Мы должны будем сожалеть обо всем во время нашей смерти. Если мы привязаны к чему-то, мы все равно умрем. И во время смерти, во время оставления этого материального тела, если мы помним что-то, к чему привязаны какие-то материальные вещи, это подобно сильной обусловленности, сильным акулам. И вот в этой шлоке из Гиты говорится, что во время смерти, во время оставления своего тела, то, что мы, о чем мы думаем, того и достигаем. С бесконечных времен мы рождаемся и умираем. Каждый рождается и умирает. И вот снова и снова люди рождаются и умирают. Мы постоянно рождаемся, умираем, и мы забываем, что такое смерть. Знаем ли мы, что такое смерть? Кто знает об этом? Каково подлинное значение смерти? Пытайтесь помнить вот эту шлоку, и никто не сможет вас одурачить. Вот эти слова значат то, что смерть — это оставление всякой связи с нашей прежней жизнью.
мы во время смерти полностью теряем нашу прежнюю жизнь, наше тело, наши достижения, всех родственников, всего, забываем все, что было у нас в прошлой жизни. Это зовется смертью, но душа, она вечна, она не умирает. Относительно души нет никаких вопросов смерти. Откуда смерть возникает? Атма, душа, она вечна. Вопросы смерти не возникают, но все же мы испытываем страх. Почему? Поскольку вы привязаны к этому материальному миру. И поэтому из-за этой привязанности мы очень страдаем во время смерти. Но Бхагаван говорит, Бхагаван Си Кришна говорит, что мы родились. Когда мы родились, мы пришли в этот мир с пустыми руками. Что мы принесли с собой? Было ли что-то у нас? Мы пришли, родились с пустыми руками. Дети, когда рождаются, даже рождаются без всякой одежды, без всякой собственности, без ничего, без всяких денег, с пустыми руками. Ну, а руки вот такие в кулачки сложены. А когда мы оставляем свое тело, мы тоже уходим с пустыми руками. Мы не можем ничего взять с собой. И все остается здесь. Бхагаван говорит, почему вы сожалеете? Бхагаван спрашивает, почему вы плачете, что вы теряете? Что у вас было? Перед тем, как родиться, вы берете все из этого материального мира, то есть эту одежду и все остальное. И почему мы тогда плачем во время оставления тела? Мы должны оставить все. Потому что мы же сожалеем обо всем, поскольку находимся в майе. И поэтому, если бы не было майи, иллюзии, мы обнаружили бы свою собственную сварупу. И поэтому вчера я сказал вам, что в Ведах, Упанишадах, как эти веды Упанишады в олицетворенной форме, они молятся лотосным стопам Бхагавана, чтобы он убрал свою майю, поскольку если майя, мы слепы, мы не можем видеть. Мы не можем видеть абсолютную истину, мы думаем, что это внешнее. Что это внешняя майя, что это важное, это она подобна преграде, она мешает нам видеть вещи такие, как они есть. И вот Махарадж вчера говорил об этой шлоке, что эти олицетворенные виды, они просят Бхагавана избавить их от его майи. Это прекрасная шлока, и поэтому, смотрите, все время майя есть. Майя, она тоже вечна в нашей жизни. Майя может прекратить действовать, но она вечна. Когда нет творения, то тогда и майя нет. Все сливается с Бхагаваном. Но майя, она есть, если наше внутреннее
То есть, если внутренняя энергия Господа, она вечна, то вечная, соответственно, тоже вечна. Поскольку существование внешней внутренней энергии, оно полностью зависит от... И то есть, если нет сварупшакти, то и тени этой сварупшакти, чая-шакти, этой майи тоже, соответственно, нет. Чаева значит подобно тени. И вот сварупшакти есть и внешнее. Это внешняя иллюзорная энергия, она тоже есть. И вот кто-то спрашивает, каково определение майи? Кто-то спросил Бхактивинода Тхакура, о Тхакура, каково определение майи? Мы хотим узнать. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Бхагават Сварупшакти, оно есть и внешняя сварупшакти, и кроме этой сварупшакти есть Бхагават сварупшакти, каждый знает об этом. И кроме этой сварупшакти выглядит, кажется, что есть другая шакти. Но кроме этой сварупшакти, это шакти, у нее нет существования, пытайтесь понять. Есть Бхагават сварупшакти, да, но кроме этой сварупшакти, кажется, что другая шакти тоже есть, она в этом материальном мире действует, но кроме этой сварупшакти есть еще какая-то энергия, которая вроде как бы нет, но она есть. Бхагават сварупшакти, она есть. И кроме этой сварупшакти выглядит, что есть еще одна шакти, еще одна энергия Бхагавана, но она не сварупшакти, но похожа на нее. Но это в материальном мире она находится, это иллюзорная энергия майя. И таково определение майя. И вот и Юдишир Махарадж в Бималакунде Юдишир Махараджа Якша спросил. Я путешествовал по Махасарасал Парикраму по Вриндавану, по Навадвипе, как сумасшедший. Если кто-то встретил, то вряд ли бы кто-то узнал. И вот сварупшакти — это шакти. И кроме этой сварупшакти есть другая шакти, которая вроде бы есть в этом материальном мире, но кроме этой сварупшакти, вот эта шакти, она, это майя, она, ее как бы нет, ее существования, она зовется майя. Просто выглядит, что она есть. И перед Юдишир Махараджи. И як, вот этот Ямарадж в форме Якша спрашивает, Ким Ашчарджам? Что самое удивительное в этом мире, самое странное? Topmost strange thing.
что самое странное в этом мире. И Юдхиштхир Махарадж отвечает, люди видят, что каждый день кто-то умирает. И каждый день кто-то умирает, мы видим это. Какие-то мертвых людей проносят в крематорию или на похороны куда-то, и люди в Индии видят и кричат. Рамнам Сатяхе, Харибол, Харибол кричат. И вот я говорил в тот раз, что разумен по-настоящему тот, кто может осознать все. Об математическом понимании этой жизни, тот, кто может понять гуру вайшнав, тот, кто может понять, что после оставления этого тела, несомненно, есть что-то. Это не все. То, что мы родились, наслаждаемся чем-то в нашей жизни. Но есть еще нечто еще, но что это? И поэтому мы можем посмотреть на последнее наставление Бхагавана Шри Кришны перед тем, как оставить этот материальный мир. Бхагаван Шри Кришна дал последнее наставление. Бхагаван Шри Кришна, чистый вайшнава, не оставляет тела, хотя внешне может выглядеть похоже, подобно тому, как змея, она оставляет свою шкуру, так и гуру вайшнава, они как бы оставляют свое тело. Внешне это выглядит, чтобы мы могли совершить церемонию самадхи, поклоняться им, но они уходят в духовный мир. И Юдхиштхир Махарадж ответил так. Шешам саварам ичами, кимашчарьямате парамам, аханьяни бхутани гачантия джамалая. Каждый день бесчисленное количество душ, в том смысле, что сложно их посчитать, сколько они умирают. В этом мире те, кто живут в воде, на суше, на небесах, насекомые, всякие микробы и прочее. Наше тело, оно тоже подобно Брахманде. Хотя не все знают и подозревают, огромное количество душ находится внутри вашего тела. Всякие микробы, бактерии, паразиты и прочее. Они все живут в нашем теле, и они умирают каждый день. Но особенно относительно людей, они, люди имеют сознание. Они не могут осознать все. Осознать, что жизнь не вечна. Не все люди это понимают. Они смотрят, что мой отец умер, мать умерла, сын. Все эти родственники уже померли, но сам человек, как правило, никогда не понимает, что он скоро умрет. У них нет такого осознания, что они тоже вскоре умрут, сегодня или завтра. Нет никакой гарантии, когда мы, сколько мы будем жить дальше, сколько мы будем жить еще. И это самое удивительное в этом мире – это влияние Майи. Никто не понимает, что такое смерть, но все умирают. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Удави Махарадж
Удав спрашивает у Прабху, кто по-настоящему разумен. И Бхагаван Шри Кришна отвечает, что по-настоящему разумен тот, кто после рождения может осознать, что тело не вечно. Тот, кто пытается прилагать свои лучшие усилия, чтобы обрести амриту, нектар. Тот, кто пытается обрести нектар. Нектар значит бхакти. На райских планетах тоже есть какой-то нектар, но этот нектар, он не представляет ценности для нас. Шукадев Госвами Пад. Он уже был в Шуктал-кхетре, и вот он говорил Бхагават-катху, Харикатху, Парикшит Махараджа, чтобы помочь ему достичь вечного духовного мира. И в то время все полубоги, они тоже пришли с небес. И они попросили Парикшит Махараджа, Шукадев Госвами, точнее. И вот все полубоги тоже пришли и попросили Шукадева, почему это наша просьба, что ты можешь дать эту амриту, которая у нас есть на небесах, ты можешь дать ее ему, а ту амриту, которую хочешь дать ему, можешь дать нам, Индра. И все полубоги пришли с такой просьбой, предложили такую сделку с Шукадеве. Почему бы тебе не дать эту амриту, которую мы принесли с небес, Парикшиту, свою амриту отдать нам? Но Шукадев Госвами разозлился на такое предложение. Он сказал, они хотят поменяться. Но Бхагават-амрита, она не может быть обменена на что-то. Бхагават-амрита — это Бхагават-амрита, она несравненно бесподобна. И они хотят обменять, как какие-то торговцы. И Шукадев Госвами был очень опечален их предложением. Он не подумал даже, что нужно ответить на их предложение. Это предложение этого Индры и прочих полубогов. Но внутри своего ума он очень опечалился и подумал, так он подумал, что они очень хитрые. Они хотят в общем, что они так очень хитрые, хотя и завистливые, поэтому все увидели, что Шукадев Госвами дает нечто большее, чем у них есть, и хотели забрать. Если бы они сказали, что если вы говорите Харикатху перед Парикшит Махараджем, мы тоже хотим послушать, то тогда бы он не обиделся и согласился. Они по-другому сказали, что мы можем принести нашу небесную амриту, небесный нектар и поменяться на то, что вы хотите дать Шукадеве, этому Парикшиту точнее. Это небесная амрита может дать вам долгую жизнь, можно сказать, даже вечную жизнь. Человек, который принимает эту небесную амриту, он
никогда не стареет, не наслаждается райскими наслаждениями. И райскими женщинами, он очень полон энергии, полон жизненной силы и обретает совершить материальные ситхи, 8 видов материальных совершенств, которые уже есть у полубогов. Индра, он может слышать огромное расстояние, если мы говорим что-то здесь, то он услышит. Также он может принимать различные формы, может стать комаром или еще более мелкой мошкой, может войти в камень. То есть эти полубоги не по умолчанию имеют эти совершенства, хотя в камне пространства мало, как бы внешне не видно, но в соответствии с физикой все равно какие-то между молекулами и атомами есть какое-то пространство, и в это пространство Индра может войти, став очень маленьким. И вот у них есть право войти в любой объект. Они могут достичь любого места мгновенно. Но какие-то люди, они стремятся к этим йогическим совершенствам, к обретению каких-то материальных благ. Если они хотят достичь Вриндавана или Матхуры, но эти полубоги, они моментально там оказываются. Я уже рассказывал раньше про Бхагавандас Бабаджи Махараджа, он тоже имел такую способность. Но эти различные вибхути, эти йогические совершенства, мы должны понять, что те, кто что толку от этих совершенств материальных в вечном духовном мире толку нету. Нет толку, нет какого материального богатства. И вот однажды друг одного йоги. И вот он спросил, тот хвастался, что тот йогой занимался, а тот спросил, чего же он достиг, ты не знаешь, чего достиг. Я могу ходить по воде. Могу вот реку пешком перейти. Тут друг засмеялся, я могу за 2 рупии заплатить за лодку и тоже пересечь эту реку. Зачем тратить столько времени, чтобы обретать такие совершенства? Проще 2 рупии заплатить. Лодочник, он поможет нам переплыть через реку. Вот йоги, они пытаются достичь каких-то совершенств, чтобы одурачить нас. Некоторые йоги показывают различные фокусы, а глупые люди думают, что они
подобно Верховному Господу, что могут такие чудеса показывать. Но эти йоги просто мошенники. Мы находимся в этом материальном теле, не вечном, которое мы можем оставить в любой момент. А если мы будем пытаться обрести ту амриту, которая доступна на Вайкунхе, которая есть на Голоке в духовном мире, мы должны стремиться именно к ней, поскольку в этом случае мы сможем достичь вечной жизни. Бхагаван Си Кришна, он Свайамруп Бхагаван. Нет никакой другой причины Бхагавана Си Кришны, поскольку научно, если посмотреть этот научные исследования начинаются с вопроса, почему что-то случилось, какова причина случившегося, и какова первопричина этого случившегося, это называется научное исследование. Когда пытаются найти первопричину каких-то последствий, которые видимы сейчас. И вот научное исследование зависит от этого. Чтобы найти источник того или иного последствия. Но мы забываем, что Ишвара Парама Кришна Сачитананда Вигаха Анади Радхи Говинда Саракарана Каранам. То есть он Верховный Господь, он причина всех причин. Любой объект, какой бы мы ни взяли, то во всем можно найти его связь с Верховным Господом, который есть причина всех причин. Наше тело, ум и все остальное, о чем мы можем подумать, видимое или невидимое. То, что перед нами и за пределами нашего восприятия, все это, объекты, есть какая-то причина за этим в научном этом мире. Это зовется причиной и следствием. Как из зимы, например, мы трем одну руку, а в другую, чтобы согреться, мы чувствуем, как они нагреваются от трения. Это трение — это последствия, а причина трения. Мы какую-то механическую энергию вот так вот преобразуем в тепловую. На самом деле во всей Вселенной никакая энергия, она не уничтожается. Пытайтесь понять это. Может выглядит это не так, но по сути так во всем этом бесконечном мире есть бесконечное количество энергии. Это энергия. Она никогда не уничтожается. Она только изменяет свою форму с одной в другую. Она трансформируется. Как, например, энергию воды можно преобразовать в электричество с помощью турбинного генератора. И вот под действием движения магнитов электричество в катушках будет возникать и в процессе движения этого
вращение турбины, то есть или энергия движения будет преобразоваться в электрическую, а если наоборот подключить эту турбину к электричеству, то оно само будет вращаться, преобразовать электрическую энергию в двигательную, кинетическую, в динамическую, точнее. То есть энергия, она никогда не разрушается, а просто преобразуется один вид энергии в другую. Эйнштейн это понял, до него никто не понимал. Почему Эйнштейн самый знаменитый ученый в мире, поскольку он осознал суть Бхагавад-гиты. Он понял суть Чанди, то, что все, что мы видим, это энергия присутствует там в том или ином виде. Ну, мало кто может видеть это. Но Эйнштейн, он первый, кто понял на Западе, он осознал. Он также понял суть Бхагавад-гиты, Чанди. Чанди — это же писание какое-то индийское. И он, поэтому он и изучал санскрит, чтобы понять внутреннюю суть гиты, что все объекты в этом материальном мире, любой объект, он может быть преобразован в энергию. Это квантовая теория, физика. Device on small, I can do big, big job. Previously, сейчас с помощью нанотехнологий эти устройства стали очень маленькие. Как можно вспомнить, что лет 30-40 назад компьютеры были размером с комнату, а то и с дом. А сейчас очень уменьшились размером с телефон, а то и меньше. И все, ну так или иначе, все исходит от Верховного Господа, а где мы окажемся дальше, мы не знаем. И часто теряем энергию зря, не знаю, что делать. Бхагаван Шри Кришна, Наданадан Шри Кришна, он источник всего. Он, как говорится в этой шлоке, причина всех причин. Каждая причина. В этом мире одна. То есть причины и следствия — это основа научного исследования. И вот на основе этой теории причины и следствия кто-то открыл электричество, кто-то открыл теорию электричества, вот эти закон Фарадея, обнаружил. Но нет никакой причины Бхагавана, Наданадана Шри Кришна, он сам причина всех причин, а все остальное можно найти по какой-то причину. Единственный, у кого нет никакой причины, это Кришна. Кришна, он сам изначальная причина всех причин, он основа, он источник всего, и нет никого, кто бы был причиной ему. И вот Бхагаван Шри Кришна явился здесь. Он является однажды в день Брама. 70, после того, как пройдет
71 чита-юга, состоящая из этих четырех юг. Кали-юга продолжается 432 тысячи лет. Трета-юга в два раза больше. Два юга в два раза больше этой Трета-юги, а Сати-юга, соответственно, в два раза больше Трета-юги. И вот в соответствии с этим, с этой оценкой, если мы будем считать, что через 71 полный цикл этих читаюг, и вот 71 читаюгу. Точнее всего 71 чита-юга, а в 27-ю чита-югу, когда 27 проходит, 28-ю, когда 28-я наступает, тогда Бхагаван Шри Кришна является. Один раз в одну вот в такое огромное количество времени Бхагаван Шри Кришна является в этом мире. И когда Бхагаван Шри Кришна является, он совершает лилы, люди не могут понять значение этой лилы. Люди думают, что он какой-то наслажденец, думают всякую ересь про Кришну. И когда Бхагаван Шри Кришна оставляет этот материальный мир, он опять является как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Когда Бхагаван Шри Кришна уходит с этого материального мира, после этого, это конкретно Чатурьюга, двадцать седьмая Чатурьюга ушла, 28-я, она, и вот 28-я до Чатурьюга, Кришна является один раз в эту конкретную Чатурьюгу. Есть два параюга. И вот в этом два параюгу Кришна является. И когда Кришна уходит с этого материального мира, в следующую кали-югу, вот после того, как он ушел, в достаточно скором времени кали-юга вот наступает. И когда наступает кали-юга, Шри Кришна Бхагаван в форме Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он является в этом мире. И такую возможность, если мы упустим, такую золотую возможность, если мы упустим, то то следующее, когда наступит, можно не дожить очень долгий срок, огромный срок. И вот сейчас я хочу рассказать о последних наставлениях Бхагавана Шри Кришны перед тем, как он оставил этот материальный мир. И вот Бхагаван Шри Кришна хотел дать наставление Удаве, своему близкому другу. Хотя близкий друг — это такое материальные слова.
Не совсем так, поскольку Бхагаван Шри Кришна сказал, что Удав и я не отличны друг от друга. Бхагаван Шри Кришна сказал, Удав, Ануапи. Что какая-то атом это? Вот пример такой приводится. If I put one atom in between Krishna and Uddhav, there is also some gap. Если поместить какой-то атом между Кришной и Удавой, то там будет какое-то расстояние, какой-то промежуток. Но Бхагаван Шри Кришна говорит, что даже такого нету. Удав настолько разницы между Кришной и Удавой нету, даже атома некуда поместить. Удав и Кришна едины, они не отличны друг от друга, но мы Гауди, мы должны помнить об Ачинте Абхеда Татве, то, что они одновременно едины и различны, это зависит от уровня нашей любви, от концентрации Как наш Гурудев, он близкий, дорогой, он очень близок и дорог Верховному Господу, Бхагавану Шри Кришне. И поэтому, с одной стороны, можно сказать, что, вот как в Бхагаватам говорится, Ачарья Мам Виджанья, то, что Гурудев, он не отличен от Кришны. Но все же есть концепция Ачинтья Бхеда Бхеда Татве о одновременном единстве и различии. И если мы забудем это, если мы забудем об этой концепции единства и различия, то мы потеряем весь баджан, станем майвади. Если мы забудем концепция Ачинтья Бхеда Бхеда Татве, то станем майвади. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что нет никакой разницы между Удава и мною. Кто Удав и кто я. Бхагаван Шри Кришна явился в этом материальном мире, совершал множество лил. Кратко я могу сказать. Вот Бхагаван Шри Кришна явился в Мадхуре. И также у нас есть информация, что Бхагаван Шри Кришна родился в Гокуле, но это не открыто всем, это сокровенное. Все знают, что Кришна явился в Мадхуре, но мы, Гауди, мы знаем, что Кришна также родился и в Гокуле, в Гокуле, во Вриндаване. И после рождения Васудев по указанию Бхагавана взял Кришну и пошел в Гокул, пересек реку Ямуну. И вот дошел он туда и этого ребенка положил на кровать. Но по воле Йогамай, когда он клал ребенка на кровать, он не видел, что там еще кто-то был. Джива Госвами Пад пишет, когда Васудев положил ребенка на кровать, он не увидел, что там еще кто-то есть. Нанданандан Кришна. Когда Васудев положил этого ребенка на туда, они, и вот они объединились. Васудев слился с Нандананданом, с Кришной.
И там еще была Махамая. В какой-то день я объясню более подробно. И вот то, что был один ребенок, дочь. Один был Кришна Бхагаван, другой дочь. Но об этом ребенке большинство людей, они говорят, что это йога майя. Большинство людей думают, что это йога майя. Когда они слушают харикатху или говорят, они думают, что это йога майя. Но это неправильно, сиддханта. Это махамая. Йога-майя не нужно приходить ради такого небольшого действия. Только махамая приходит. Для чего махамая приходит? Чтобы одурачить Камсу. Чтобы обмануть Камсу для такой маленькой цели. Йога-майя не нужно приходить. Махамаи более чем достаточно. Я могу объяснить это. Это уже другая тема. Все объясняют неправильно, что это йога майя, но это не йога майя, это маха майя. И Джива Сенипад также подтверждает, что это маха майя, поскольку для такой маленькой цели йога майя не нужно приходить. Йога майя, она огромна. Она может помочь Расалили или каким-то более грандиозным действием. Йога-майя, Упасритам. Вот Йога-майя может так совершать какие-то огромные великие вещи, но для каких-то небольших ей нет смысла приходить. Поэтому это благодаря Махамайи случилось. И вот Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу. Шукадев Госвами, он очень умен и не говорит ничего больше до тех пор, пока ученик не почувствует огромное влечение к Харикатхе. И вот спросил, что случилось, и тот кратко рассказал, что так и так, Кришна родился там, украли потом, ну, что там демонов было, ведьм всяких пытались убить его, и потом в Матхуру его перевезли, и потом в Двараку. Вот в Двараке женился на множестве жен, и, ну, и потом ушел из этого мира. Шукадев Госвами так кратко сказал, хотел сократить эту часть. Он думал, пока я не увижу, что у моего ученика есть огромное влечение к Харикатхе я не буду говорить эти сокровенные вещи о Кришне. И таким образом в Двараке Бхагаван Шри Кришна совершал множество лил. Бесчисленные лилы он совершал в Двараке, и Нарада был очень заинтересован в том, чтобы видеть Кришна лилу, как Кришна совершает лила в Двараке. И вот там Бхагаван Шри Кришна совершал лила, и как это возможно, он женился на 16 тысячах 108 женах одновременно. Одновременно жил со всеми ими, и Нарада был удивлен видеть все это. И таким образом, после этого Брахма пришел с небес. И все полубоги также, они попросили Бхагавана Шри Кришну: «О Прабху, твоя лила, она совершена уже. Та причина, по которой ты пришел в этот материальный мир, все, ты все совершил.
Пожалуйста, возвращайся, тебе больше нечего там делать, все задачи ты решил. И вот Брама, все полубоги сказали: «О, Бхагаван, можешь возвращаться назад, ты все сделал, ради чего приходил». И по просьбе Брамы, Бхагаван Шри Кришна, он принял решение уйти из этого материального мира. Но поскольку для ухода должна быть причина, просто так Бхагаван не может уйти. Должна быть причина, почему он уходит из этого мира. Вот Бхагаван организовал внешнюю причину своего ухода. Бхагаван хотел показать людям. И вот Чайтанья Махапрабху, Бхагаван Шри Кришна, объяснил перед Санатаной. Наш Гуранга Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху, объяснил перед Санатаной Госвами. И вот сочетание Махапрабху говорит Санатане. О, Санатан, вся эта лила, как уход Кришны, вся эта лила, как уход Шри Кришны с этого материального мира. Или Майшахаран. Все другие жены. It was the order given by Bhagavan Sri Krishna to Arjun, after I disappear, you can take all rest of those wives, you can take them and go to some other place. It was the standing order. So Arjun wanted to take all the gang of wives. All the gang. Thousands of wives. But in the midway, Вот Арджуне Кришна поручил какое-то дело, но в процессе Арджуна был побежден каким-то лесным жителем. Это было невозможно, но так или иначе он был побежден. И вот был тот же самый Арджун, тот же самый знаменитый лук у него был, Ганди, как-то так назывался, но сила у Арджуны пропала. Арджун был побежден перед этим, в общем, какой-то этот лесной житель победил Арджуну, но тот не смог с ним сражаться. Это большая проблема была. И Бхагаван Шри Кришна говорил, что это произошло по воле Йогамайи, чтобы Бхагаван Шри Кришна сказал, что это было все сделано, похищение жен Кришны, и такой случай с Арджуной, это дело Махамая. Махамая все совершила, чтобы одурачить нас. Почему Кришна показал перед публикой то, что какой-то на этот
охотник случайно попал в пятку Кришны. И вот Кришна стоял, держался дерево пипала, и охотник издалека увидел что-то красное, подумал, что это птица, и вот он запустил стрелу и попал в пятку Кришны. Этот охотник пришел и обнаружил, о, это не птица, это пятка Кришны, Бхагавана Шри Кришна. Он начал плакать, просить прощения. Джара его звали. Это долгая история, я завтра могу говорить, продолжить, чтобы рассказать всю эту долгую историю. И вот он начал сожалеть, просить прощения. Бхагаван Шри Кришна сказал, что не беспокойся, ты сделал это по моей воле. И поэтому не проблема. И тогда Бхагаван Шри Кришна, чтобы одурачить нас с вами, он ушел из этого мира, а люди обнаружили то, что Кришна умер. Мы не должны пытаться читать Пураны, поскольку в различных Пуранах есть, мало того, сатвические, раджасические, тамасические Пураны, и в разных Пуранах какие-то вещи приводятся, которые мы не можем понять, сгармонизировать с нашим пониманием. Например, мы слышали о Сиддханте Шри Прабхупады, а если почитать Махабхарату и другие Пураны, то там совершенно другие вещи говорятся. Это может нас конфузить и запутать. И вот чтобы... чтобы запутать нас, этого более чем достаточно. Поэтому читать их не следует. Бхагаван Шри Кришна не умер, как не умер? Сачитананда Виграха. Когда наша душа вечна, пытайтесь понять, когда ваша душа внутри вашего тела вечна, если она вечна, а Бхагаван Шри Кришна, олицетворение Сачитананды, концентрированная форма этой Сачитананды, как он может умереть, если наша мельчайшая душа, она вечна, она Чидатма, она Сачитананда, мой, то, что говорить о Верховном Господе Кришне, как он мог умереть. Кришна, он не сделан из плоти и крови, его тело — это олицетворение концентрированной Сачитананды с начала до конца, с макушки до кончиков пальцев. И поэтому любая часть Кришны — это полный Кришна. И вот каждая часть Кришны — это полная Кришна. Кришна, Кришна. И Кришна может делать все под... может... есть просад руками, может глазами или то есть другим, любым другим органом. Кришна, если хочет видеть глазами, то увидит. Что говорить о Кришне? Пылинка с Вайкунтхи и с Галоки, это она Пурна Васту, она полна.
даже мельчайшая пылинка, она сама полна, сама по себе нет никакой, никакого недостатка чего-то в ней, поскольку это Пурна Джагат, это полный духовный мир. И вот эта природа трансцендентного мира. Если мы возьмем пылинку с Галоки или с Вриндавана, она сама по себе будет полная, в то время как весь бесконечный мир, он как бы огромен, но он не полный, не целый, в нем постоянно чего-то не хватает. И мы говорим о Пурна Джагате. Мы не будем говорить ничего о материальном мире, мы будем говорить о трансцендентном мире, о вечном мире. И обусловленные души никогда не могут понять этого. Однажды Шрила Прабхупада был вынужден сказать Харикатхе. И вот он сказал что-то на этой Харикатхе, и Пампузипад Винод Прабху Кешава Госвами Махарадж был там. И Шрила Прабхупада внезапно сказал: «Я могу пожертвовать всем миром, всем этим бесконечным материальным миром, со всеми жителями ради удовлетворения Шри Кришны». Люди, они были сконфужены, что он саду и говорит так, как это возможно. Шрила Прабхупад говорит: «Я могу пожертвовать всем миром ради удовлетворения Нанды-Нандана Шри Кришны». Люди не поняли этого. Они не смогли понять. Они превратно поняли Шрилу Прабхупаду. И после этого какие-то саду, Винода, он понял, что это совершенно, его слова совершенны, поскольку этот материальный мир, он негативен. Все наше тело, ум, наши представления о всем они материальные, и если это не посвящено ради Кришна Севи, то это все материально. Наш ум, наше тело, наши деньги, все, что у нас есть, наше образование и все. Если мы не применяем это для Кришны, с Кришна Севи целиком и полностью, если мы не можем применить это для Кришна Севи, то все зря. И вот весь этот материальный мир, он негативен, а в позитивном мире, в духовном мире, даже малейшая пылинка, она позитивна. И вот в соответствии с правилами математики, любое положительное число, даже мельчайшее положительное число, оно больше любого отрицательного. И вот если вот так взять, отметить ноль на какой-то линии, и вот если примем какую-то точку за ноль, если мы будем двигаться с правой стороны, это будет позитивное направление. И каждое число будет возрастать. 1, 2, 3 и так далее. Но если мы пойдем в негативную сторону, то минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5.
И вот если мы достигаем негативной стороны, то чем больше мы продвигаемся, тем больше теряем, тем больше число теряет значение, как минус один, например, больше, чем минус два или минус сто. То есть чем то есть как минус один, он больше, чем минус два и так далее. Минус 2 больше, чем минус 3 или минус 5. Здравый смысл такой. Чем больше мы продвигаемся в негативную сторону, тем больше теряем значение. Что такое негативная сторона? Если мы не совершаем баджан, то теряем связь с Гуру Вайшнавами, Бхагаваном, Намой, Дамой. И хотим стать раваном, каким-то демоном. Но все же ваше значение около нуля. Кто-то хочет завоевать небесные миры, как однажды случилось. Как Хиранья-Кашипу, он захватил райские планеты. И вот если даже вы станете раваны, все равно ваше это, и чем больше чем большее значение, чем больше мы достигаем в этом материальном мире, тем меньше это по сравнению с положительным духовным миром, как, например, Хиранья-Кашипу. Он захватил все миры, но его значение меньше, чем значение обычного демона. Хиранья-Кашипу не может понять, что его значимость ниже, чем какой-то обычный демон. Однажды я сказал видео, то разгневались. Но сейчас можно наблюдать, что ученики больше ценятся, чем гуру. Вот Махарадж не говорит о великих вайшнавах, просто об обычной ситуации. Можно наблюдать, что важно, что имеется в виду положение и о том, что положение гуру, обычный гуру в материалиях обычно гораздо хуже, чем их ученики. И вот ученики принимают посвящение у гуру и не задумываются, что гуру находится в гораздо более худшем положении, чем они. И вот Хиранья-Кашипу также он не знал, что его значимость гораздо меньше, чем какие-то обычные демоны. Поскольку обычные демоны не могут даже подумать, чтобы наслаждаться или захватить весь мир. А Хиранья-Кашипу мог, и поэтому он более падший, чем они. И вот этот негативный мир. Мы находимся в этом негативном мире. И как мы можем, когда и как мы сможем достичь этого уровня нуля и потом перейти уже на положительную сторону. То есть сначала нужно достичь какого-то нейтрального уровня. Пытайтесь обнаружить свое собственное положение. Мы не находимся даже на нулевом положении. Мы
в негативном, и когда мы вернемся с негативного положения в то есть те, кто совершает настоящий баджан, они пытаются развить смирение, достичь вот какого-то нейтрального уровня и потом уже продвигаться в положительную сторону. И вот Бхагаван Шри Кришна, он когда ушел из этого мира, он забрал всех своих спутников. И вот под видом и вот Кришна начал готовиться к уходу. Тем временем все риши и муни, они отправились в Двараку. Почему? Бхаратрадж, Парашар и все остальные народы. Они совершали баджан. И тем временем случился случай, все дети Ядувамши. Они играли. И в процессе своей игры они достигли, пришли к Риши и Муни. Они никогда не хотели шутить, но в тот день, что случилось, они захотели подшутить с этими Риши и Муни. Они спросили, но предварительно этого Самбу одели, внук Кришны это был, его нарядили беременной женщины. А сын Кришны даже. Сыном Джамбавати он был. И они хотели, ну вот, одели женщины беременные. И пошли к этим муни риши и сказали, что тут женщина беременна, скажите, мальчик или девочка у нее родится. Это было неуважительно в адрес риши. Вот они, когда они спросили это, риши разгневались и сказали, ну, родится причина вашей смерти, смерти всей вашей династии. И завтра я продолжу. И, сейчас я рассказал предваряющие вещи. И перед тем, как оставить этот материальный мир, Кришна, он подготовиться хотел, чтобы все эти ядувамши и вот тоже ушли вместе с ним из этого мира, все эти родственники и прочие спутники. Дриштанева Манишвари Виддате Хидая Ганти Чиддханте Сарва Саншая Кьянте Часва Кармани Дриштанева Манишвари Ванчакар Падру Сикипасин Дивевича Патитанан Павна Хобишна Вьюна.